Тархим Садар, это арабское название, но арабы считают, что это древняя андалусийская музыка. Как вы знаете, Андалусия, то есть Испания, была захвачена еще чуть ли не в 8 или 9 веке, в 8 по-моему, арабами. Но в 15 веке были изгнаны испанцами обратно в Северную Африку. Арабы успели построить роскошную цивилизацию за это время, кстати, и всячески способствовали развитию европейской культуры. И арабы в Северной Африке не только вспоминают этот андалусийский период как такой золотой век арабской цивилизации. Для них такая ностальгия по этим временам. У них ряд стихотворений, сказаний и часть музыки